я вот и говорю, ты грязный у него делаешь. Мне надо пыль. Девушки, здравствуйте. Вы знаете, я проходил мимо, и проблема в том, что я не знаю, меня почему-то знобит немножко. Я просто хочу проверить, есть у меня аллергия на секс или нет. Вот. От чего? Вот просто у меня прошлые отношения, просто они долго не продлились. И у меня постоянно, у меня красный нос, аллергия на... уже на предварительное общение, не говоря уже о предварительных ласках, вот уже, мне уже было как-то неловко, я решил покончить с этими отношениями, потому что человек, с которым общался, нужны только плоские утехи, а я на самом деле такой человек, которому нужна любовь, чувство, вот отношения, вот, вы меня смотрите, я... Ну, общение-то хорошо началось. Да, вообще. В школьнице девчонки? Нет. С универа? Да. Что, МГСУ, Мархи, такие более такие похожи, вот от тебя отдает чем-то архитектурным таким. Чем занимаетесь? Учим иностранные языки. Ага. Воргиз писпаньола, итальяна, пиалте лимба, ну? Что? Ну, ворбеж, да, пищи лимба, ворбеж, что? На каких языках разговариваете? Немецкий, на английском. А еще? Хватит. Не, пока так только. Понятно, понятно. Что, приезжие, да, девчонки? Похоже. Нет. Нет? Подмосковье? Да. Бутово? А, нет. Химки? Признавайся, Бутово. Новогиреево? Что? Нет. Чтобы мне там, ну, вдруг, если что, куда-то ехать слишком далеко, а вдруг рядом, наверное, живем. Да, рядом. И ты тоже? Ну, у меня там друг живет. Понятно. А, Раду. Аня. Марина. Марина. Как меня зовут? Раду. Раду. А как вы проводите свободное время, девчонки? Я работаю. Кем? Фотографом. А в каком стиле снимаешь? Детский, семейный, беременность, новорожденный. Свадьбы? Раньше снимала, сейчас снимаю. Нет, я видеограф. Споемся. А ты? Вот. Не, ну я не работаю пока. Я работаю? Спонсор? Да. Такая я люблю. Не, я работаю, но только летом. А кем летом? В аквапарке? Да. Где ты работаешь? Неважно. Оставим это тайной. Хорошо. И я просто еще снимаю немножко вот в жанре ню. Вот, если, конечно, есть какой красивый купальник. Есть красивый купальник? Конечно, есть. Ты, прости, смущаешься? Я сомневаюсь, профессионал ли ты в этой теме. И я? Можешь покажешь портфолио свое? Ну, у меня нет с собой. Жалко. А? Визитки. Все, да, я на диске. Диске. Все на диске. Вот. Если что, скидывай ссылочку, я тебе отправлю работу, и потом уже говорить, какое, будем говорить, какое белье, и что, и где, и когда. Угу. Хорошо. Ну, ты учишься, я так понимаю, да? Вместе учишься. И когда бываешь свободна? Когда бываешь свободна обычно? Очень редко. Понятно. Обычно работаешь, да? Да. Смотри, если я позову тебя на свидание, куда пойдем? А? На съемки тогда сразу чего? Нет, съемки рано еще. Это работа. От работы устаешь. На конях пойдем кататься? На моей лошадке. Хватит ржать, а? Я серьезно, у меня есть... У меня... Какая у меня лошадка? Да. Курчавая. Да ладно, Артём, папа, но приду в себя. Покажешь фото своей лошадки? А? Ну, у меня, я живу рядом с Новогиреево. Вот, у меня там ферма есть. Вот, и у меня очень много друзей. Я иногда катаюсь в Кирлецком парке на лошадке. И тебя тоже покатаю на своей лошадке. У меня там есть конь. Хочешь покататься на коне? Да. Все. Ну, я вижу, просто вы так мило общаетесь, я ваше вторгся в коммуникацию, вы так селфились тут вообще, беспалевно. Встань так, Нет, он не сидит. Ну, сиди, я видел беспалевно, я проходил мимо. Ладно, давай запишу твои контакты, и потом, если что, встретимся, хорошо? Угу. А, 8? 925.
Все хорошо? Тебе понравилось наше знакомство? Да. Все круто? Да. Ты счастлива? Ты вот здесь, ты счастлива? Ты счастлива? А? Ну, а вдруг все в нашей жизни таким образом и случается? Возможно, мы купим с тобой дом и вырастим красивых детишек. И рядом будет у нас свои кони. Ладно. Ладно, держи, удачи. Приятно было пообщаться. Пока-пока. Thank you.